называется «Кастинг на экстрасенса». Ваши аплодисменты. Поехали. Учитель! Да, не трогай меня. Учитель! Возьмите меня в ученики. Я беру только самых лучших. Я самый лучший. Я лучший из лучших. Возьмите, я умею взглядом уничтожать вирусы на флешке. Я на слух определяю, испортились шпроты или нет. Я могу внушить гаишнику, что я не пересекал двойную сплошную. Это слабо. Я могу внушить гаишнику, что две сплошные вот так мостиком поднялись, и я между ними проехал там. А я могу сказать, был у девушки секс или нет. Я могу сказать, был у девушки оргазм или нет. А я могу сделать, чтобы у девушки был оргазм. А ты хорош. Ты хорош. Но я могу сделать, чтобы у девушки было два оргазма. Три оргазма. Делай. Сейчас, секундочку. Стой. Что? Ладно, я беру тебя. Что ты еще умеешь? Я умею предсказывать цену на газ в январе. Не ври мне. Этого даже не может белая колдунья с косой. Ну ладно. Но все остальное я умею. Ладно, беру тебя. Первое испытание для тебя. Да. Так, я хочу, чтобы ты проник в мозг человека. Так. Нет, хуже. Не человека, маршрутчика. Маршрутчика. Проник ему в мозг и сказал мне все, о чем он думает. Сейчас. Давай. Так. Так. За проезд. Так. Сдачу. Пустота. Так. Пустота. Так. За проезд. Так. Хочется какать. Так. Пустота? Так. За проезд? Да! Хочется какать? Так. Маршрутка дальше не идет? Так. Туалет? Так. Пустота. 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 Ты молодец. Практически весь рабочий день описал. Да. Теперь усложним. Да. Проникни в мозг депутата. Не могу. Сосредоточься. Не могу. Еще. Не могу найти мозг. Сейчас. Ниже смотри, ниже, он маленький такой. Ладно, учу тебя. Блокировать трибуну. Сломать микрофон. Хочется какать, пустота. Ладно, теперь давай. Нырни в будущее. Так. Нырни в будущее. И предскажи мне, когда же будет выигрышный матч у Динамо Киев. Так, сейчас. Давай. Сейчас, следующий матч. Сейчас. Так. 2-1, а нет, сейчас, нет, следующий. Нет, не то. Так, следующий, сейчас, 2-2, ничья, нет, 2-3, ой, нет, 2-4, стой, судья, свисти, ай, ну, нет, сейчас, следующий год, нет, все, так, еще год, дальше, вторая лига, 9-е место, нет, все, хватит, нет будущего, не издевайся, нет будущего, не издевайся, не издевайся надо мной. Ладно, последнее. Да. Последнее. Да. Ныряем в будущее вместе. Да. И смотрим, да, кто будет мэром Киева через 4 года. Через 4 года. Полетели. Вон, вижу. Что там? Диктор новостей. Ну? Говорит Леонид Михайлович. Не. Давай на 8 лет. На 8. 8 лет. Леонид Михайлович. На 12. 12 лет. Давайте. Да, черт. 16. На 16. Давай, 16. Туман. Ну, точно не он. Тут не он, да. Нет, кто там? Не он. Сейчас, ну, читай, вот надпись. Мэр Киева. Ну. Олесь Довгий. Блин. Нет будущего. Нет будущего. Номер, который мы вам покажем, мы придумали недавно в гостинице города Ужгород. Номер называется «Подселение». Ваши аплодисменты, поехали. Добрый вечер.
Добрый. Извините, ну, нет мест в гостинице, меня подселили к вам. Вы не против? Тут всего пару деньков. Ну, если я против, то что? Ну, уже какая разница, поживу так, поживу уже так. Ну, ладно, поживите, хорошо. А нормально, я думаю, приживемся. Ну, хорошо. 2-3 дня. Поживите. Вы храпите? Нет, я не храплю. А я храплю. Я храплю, да. Прекрасно. Ну, такая, ну, как бы, не сильно, ну, если бывает сильно, вы уж там нам свистните вот так вот. Вот жена приучила, я успокоюсь. Хорошо. Да, да. Все. И успокоился. Понятно, хорошо. Очень приятно. Я думаю, приживемся. Все хорошо, нормально. Да. Вы извините за нескромный вопросик. Что? Вы пукаете? Ну, нет, я как бы... Ну да, но не... Ну, а как я пукаю. Ну, не, ну, не специально, не нарочно, ну, я культурный человек, ну, это, ну, просто недержание, знаете, недержание. Что вы говорите? Да, вот, в молодости, понимаете, как бы, да? Был студентом, так, вот, да. Сделали операцию, ну, вот, как вам объяснить, так. Вот, ну, вы представляете себе жопу? Прекрасно представляю. Вот, так вот, там на сфинктере, вот. Так. Вот, на выходе, прямо на выходе. Ну. Вот такенный прыщак. Что вы говорите? Вот такенный вот. И вот так вот он вырезал, вот да. Чуть-чуть мышцу повредил. Ай-яй-яй. И недержание, понимаете? Вы подумайте. Да. Так что вы уже не обессудьте. Я не, конечно. Да, что? Я уже буду пукать. Ну, пукайте, что же я должен, сделать как бы, с вами? Чувствую себя как дома, все-таки я же не могу быть все время напряжен. Хорошо. Да, вы уж, если уже сильно я там буду пукать, вы уже тапочком так меня так бросьте. Все. Тапочком? Да. Хорошо. Раз, я... ну, не забывайте. Хорошо. И тапочек. Хорошо. Так, я думаю... И... Да. Хорошо, все. Да, там... Не переживайте, что не знаю, ради бога. Дня 3-4, может, 5 такой там. Ну, я думаю, я хочу тоже побыстрее уехать. Может, неделька. Я думаю, приживемся, ничего страшного. Ничего. Хорошо, я понял. Приживемся. А вы не подскажете, который сейчас? Пол восьмого. Ну, где-то часик-полтора у вас есть. До чего? Я просто чихаю. Аллергия ужасная. Вечером начинает... Такой начинает... Вот вот такое лицо летит. Я понял, да. Да, вокруг. Ну чихайте, ради бога. Я просто еще и пукаю одновременно. Я должен был догадаться. Слушай, это... Вы же поймите, диафрагма напрягается, да, отсюда, не держание, ну так. Хорошо, что... я тапочком вас кину. Да. Ну только мало будет, я не реагирую, я еще злюсь, Вот. Поэтому вы похлопайте. Вот так сделайте и все. И я как бы. О, видите, и замер. Все, хорошо, остановился. Хорошо, да, я думаю, я понял. Приживем. Жена приучила вас, да? Да, жена, она умница, все. Хорошо, я все понял. Вот, пожалуйста, селитесь. Вот, все, как бы, вот так и живем с ней. Так и живем нормально. Все. Я думаю, все, я за две недельки справлюсь и уеду отсюда. Вот, мы приживемся. Во сколько завтра встаете? Я не собирался, собственно, просыпаться рано, и мне дел никаких нет. Я поэтому просто я в 5 утра вас подниму... Я встаю, включаю музыкальный канал, у меня гимнастика, ну, это для держания, чтобы, ну, вот, и это все, холодной водой обливаюсь и кричу, вот так, вот, знаете, пять лет вот это уже делаю, и никак не могу прыгнуть, это в холодной воде, вот это все, и понимаете? Я вам свистну, хорошо, если что? Не надо. Или тапочком брошу вас. Не, хлопную. Не, это бесполезно, 2 часа я так поделаю, оно само пройдет, я думаю. Хорошо. Я думаю, приживемся. Хорошо. Ну, мы же мужчины, все после армии. Ну, вот, все приживемся, не такое видели. Приживемся. Спасибо. Фу, слушай, там, не переживайте. Я просто еще лунатик. Ну? То вообще, не бросать ничего не надо, не свистните вот так вот. Я не нервничаю. Да. Вот, поэтому... Лунатик, да. Да, лунатик. Вы не переживайте. Единственное, колющие, режущие, вот нигде, чтобы не оставляли. Потому что прошлая гостиница, сосед мой, царство ему небесное. Так вечером шутили, все, он меня и тапочками бросал, свистел, уже всю схему прокурил, уже все там делал, хлопал, все такой позитивный, а просыпаюсь, у него ножнички во лбу, понимаешь? Ножнички? Да, оставил, стриг ногти, смеялся там, все, говорил, ха-ха, ничего, чихай, такой, знаете, ноги, а тут вот так вот торчит, понимаешь, некрасиво как-то. А жена как себя чувствует вообще? Еще привыкла. Она же мне умница, сковородочку положила, все. На ночь, да? Да, сковородка, тапочек, ну, полный боекомплект, понимаешь? Свисток, все, она... тапок, тунь!
Тынь, отбило все. Так и живем, так и живем. Я думаю, так это мы с вами приживемся. Я пойду умоюсь, хорошо? Не, подожди, вы же дослушайте до конца. Не, еще же просто Рамадан. К чему мне готовиться? Ну, вы знаете, Рамадан, ну, нельзя днем ни бухать, ни трахаться, ничего. Прекрасно. Поэтому я ночью буду. Ну, вы уж не сильно, не переживайте, потому что я до 5 утра, только уже в 5 утра я встаю, и пошло, и поехало. Ну, понятно. Вы знаете, ну, если уже сильно, я там буду уже чпухать, если уже сильно вам будем мешать, уже сильно, вы крикните гиеной. Как? Гиеной, крикните. Так это... Это если я уже сильно там... Жена приучила. Она у меня умничка Discovery смотрела как раз, а я... Я перестал. Приживемся. Стерпится, слюбится. Всего месяцок сколько тут. А вы какими судьбами здесь? А я к врачу приехал. К дерматологу своему. Какой? Болезнь просто у меня, чесотка амазонская. Не знаете, ее еще называют черная чесотка. А почему черная? Смертельная чесотка. А я как бы, у меня иммунитет, я просто переношу ее. Ну, то есть вот ты как бы... Причем она вот моментально распространяется, вот буквально, вот, ну, просто вот... Вот, ну, как вам объяснить? Вот дайте руку, допустим. Вот это все, этого больше ничего не нужно. Все, и она уже... Буквально несколько часов, и вы себя до смерти стираете просто. Чесотка такая. Так что вы извините, я не свистеть, не тапочки бросать, не вот это... ничего делать не буду. Вы себе сделайте все, что вам нужно, там, поделайте. Вам все равно немножко осталось уже.